Алло, да, привет. Мы общались с тобой на прошлой неделе. Да, здравствуйте. Смотри, хотел еще такое спросить. Мне вот нужно фаллический символ поставить на моем участке. Я просто вот почитатель славяно-арийской культуры. Угу. Да, и вот нужно фаллический символ с головой Путина сделать. Девятиэтажной вот величины. Какой величины? Я просто... Мы таким не занимаемся. Девятиэтажный дом. Ну, получается, там, смотри, там нужно фундамент вырыть, каркас девятиэтажный дом, и цельно его залить, получается, раствором. И, ну и сверху, чтобы у него был лик Путина. Ясно. То есть это фаллический символ, чтобы это, чтобы рептилоиды не поработили наш славяно-арийский край. Понятно. Сколько это будет стоить так предварительно? Без понятия, мы таким не занимались еще. Да, ну сможешь вообще вот так навскидку? Там же ничего такого сложного, там просто вот конус получается очень длинный, разве что вот в конце там лик Путина нужно сделать, это я уже скульптора найду, в принципе. Угу. Так, давайте, знаете как, давайте, может быть, встретимся как-нибудь, пообщаемся, может, покажете какие-то зарисовки. Ну, можно, да, зарисовок сколько угодно, тем более вот даже вбиваем в поисковик Путин хуйло там будет. Это же в Украине, да, вот шуточно придумали ему это вот название. На самом деле это славяно-арийски правильное название, потому что наши вот предки, они поклонялись фаллическим идолам, фаллическим символам. Вот. И Путин хуйло это правильное им имя, то есть это на самом деле правильно его так назвали, это наш... Император, царь, батюшка, если у нас Путин, значит, у нас будет все путем. Вот. Он защитит нашу вселенную, наш светоч, царь солнышко от рептилоидов, которые хотят поработить нашу землю. Они придумали государство Америка, типа вот существует Америка, но на самом деле все же знают, что земля на самом деле плоская. И если бы Земля была круглая, то была бы Америка. А так Америки просто не существует. Это выдуманный край. Ну, тут я, ладно, не буду спорить. Да, вот. Дело в том, что да, это люди, вот знающие люди по РЕН-ТВ же врать не будут. Ну, я не смотрю телевизор, не знаю. А, ну там есть канал РЕН-ТВ, там говорят правду, которую от нас пытаются скрыть. Ясно. Да, и хотел бы вот прославить нашего царя-батюшку Путина, чтобы вот у меня на участке... Дом прям. Ну вот рядом с домом там огород, получается, есть. Хотел бы вот прославить, то есть сделать вот этот вот фаллический символ такой, чтобы там Путин был, и ему поклонялись. Ясно. Чтобы паломничество устраивали все, там, Кадыров, Милонов, Медведев, чтобы все ездили к моему участку и преклоняли колено перед Путиным. А он именно с размера девятиэтажного дома так на всех свысока смотрел так, и именно лицо у него было такое одобрительное, такое, чтобы на нем читалась фраза его знаменитая «Сделаем все возможное». Денег нет, но выдержите, да? Да, чтобы вот так вот он. Но это вот Медведев придет к нему, попросит денег, и сразу деньги образуются. Вот так, чтобы он магически был, это место паломничества. И еще рядом храм построим. Но это уже, смотрите, как у вас, это сложная постройка. Чтобы обязательно у меня на участке был храм РПЦ, потому что если не будет храма РПЦ, то это будет... Будем гореть в гиене огненной. Храм РПЦ, он должен быть на каждом участке. Ну, можно. Иначе гремлины и рептилоиды захватят наш край и поработят нас. Будем топтать, будет топтать нашу землю натовский сапога. Но вам надо?
Нам нет. Вот, оно нам не надо, потому что если НАТО придет, то нам возле пятерочки не будет чего жрать. Ясно. Придет натовский сапог, и что? Пятерочки не станет. Просрочка под пятерочкой тоже не будут выбрасывать. Да ничего не будет. Лесных пожаров не будет. Чё еще? Санкции снимут. Сыр перестанут давить вместе с гусями, апельсинами и польскими яблоками. Оно нам надо. Скучно будет, да? Да, вот не этих... Навальнят перестанут сажать в автозаке. Там. Это же не дело, это все. Сталина перестанут бояться, Ленина похоронят. И, короче, да не, это же... Рухнут духовные дом... скрепы, да. Да, так а дом-то вы планируете строить? Дом, да, конечно, дом планируем, да. Все как оговаривалось, да. Угу. Ну, можно как-нибудь встретиться, пообщаться? Да, конечно, давайте тогда перезвоню уже, точнее, когда я там буду на участке. Угу. Ну, у вас там... где Медное озеро, да? Да, это... да, 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 да. Угу. Хорошо, да, будем ждать звонка тогда. Да, все, тогда всего доброго, спасибо. Да, да, до свидания. До свидания.